Почетное звание кадетов будут носить более сотни пятиклассников в гимназии номер 5, 18 и 66 школах. Личный состав воинской части Росгвардии ОМОНа взял шефство над кадетскими классами. Теперь наряду с обязательными предметами дети углубленно будут изучать право и историю, а под руководством офицеров им предстоит заниматься строевой и физподготовкой, изучать ряд военных предметов. Ученица гимназии номер 5 Кира Матвеева с выбором определилась сразу, пошла по стопам отца. Он у нее военный. Я решила пойти в кадетский класс, потому что мне нравятся военные, кадеты. Я умею маршировать, и меня научил папа. Появление кадетских классов – это ответ на пожелания родителей. Как выяснили педагоги, многие ученики хотели бы в будущем поступить в военные вузы. Отбор начался заблаговременно, буквально за целый год проводилась эта работа. Это желание родителей и учащихся однозначно, но это еще результаты рейтинга. Здесь собраны дети с отличными и хорошими результатами обучения. Дети с хорошей физической подготовкой. Те учащиеся, которые сдавали нормативы ГТО. Знакомство шефов и их маленьких подопечных продолжилось в гостях у отряда ОМОН. Офицеры Росгвардии рассказали о задачах подразделения, продемонстрировали элементы снаряжения и вооружения, а еще работу робота-манипулятора. Интерес урок вызвал не только у ребят, но и у родителей. Один из отцов даже примерил костюм сапера. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.